Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который находится на предстарте, Center for Freedom. Так, значит, старт проекта через 3 дня, 8 часов. Завтра, сегодня 17 марта, завтра, 18 марта, будут открыты пополнения. Значит, все мы будем заходить с первого уровня. Здесь короткие матрички, это первый уровень, всего 10 центов. Далее, вот здесь служба поддержки. Когда за место квадратика будет такой большой кружочек, значит, поддержка в онлайн. И можно задавать вопросы. Далее что? Появились вопросы-ответы. В обязательном порядке зайдите, переведите на русский язык и прочтите. Значит, чтобы присоединиться, всего стоит одна позиция 10 центов. Так, далее, так кратенько расскажу. Минимальная сумма депозита 2 доллара. Этих, если по 5 долларов в день, можно покупать до 5 позиций. Это 50 центов на 4 дня. А можете растянуть по 10 центов, вот, ежедневно покупать по одной позиции. Это тоже можно. Депозиты мгновенные. Платежная система CoinPayment, Payeer и Perfect Money. Дальше. Так, если вы будете использовать для внесения денег, вы можете вывести их только через биткоин. С этим понятно. По PayPal. Принимают ли они PayPal? Мы не принимаем PayPal, потому что PayPal не поддерживает матричные программы. Момент снятия мгновенно. Так, минимальная сумма для вывода 10 долларов. Так. Значит, ну вот, что здесь еще? Я вам еще не сказала, могу ли я зарабатывать как бесплатный участник. Да, вы можете зарабатывать реферальные комиссии в качестве бесплатного участника. То есть вы приглашаете себе партнеров, рефералов, и они активируются, они будут активно участвовать, проплачиваться. За это вы будете получать с них комиссию. Так? Так, минималку я сказала. Так, вот 5 позиций можем приобрести в день, до 5 позиций. Так, значит, могу ли я начать с любого уровня? Никто не начинает, не сможет начать с любого уровня. Все будут начинать только с первого уровня и автоматически уже переходить на другой уровень. Так? Заработать можно очень неплохие деньги. Так, обновление до следующего уровня автоматически, но только что сказала, да, каждый будет автоматически повышен до следующего уровня на велосипеде. Но это у них такой перевод. Так. Так, могу ли я купить позицию прямо сейчас? Нет, все позиции будут на старте. Так. Так, есть ли предварительно загруженные позиции для лидеров или других членов? То есть, ну, типа по блату, да, раньше активировать, чтобы? Нет, мы полностью против предустановленной позиции и хотим, чтобы она была справедливой для всех. Так что не будет предустановленных позиций. Так, могу ли я сделать более одного аккаунта? Нет, одно IP соединение и один аккаунт. Так, могу ли я присоединиться без спонсора? Нет, без спонсора никто не может присоединиться. Ну и возврат средств? Нет, также возврата средств нет. Далее. Вот здесь вкладочка Facebook. Можно присоединиться в группу на Facebook. Нажать присоединиться. Далее у вас что? Здесь будет как бы присоединиться к чату. Есть в самой Facebook группе чат. Вот у меня есть чат. Вот он.
Я, естественно, присоединилась. И здесь присутствует администратор, так же, как и в группе. И чат, участники общаются. Так, давайте войдем теперь в кабинет. Авторизоваться. И после того, как мы заходим в кабинет, у нас появляется такое окошко. Вот такое вот окошко. Значит, что здесь? Так, что-то не того. Я включила. Не того. А что это? Это не то. Ну, вот будет окошко, нужно прописать пин-код, повторить пин-код, нажать на желтую вкладочку, так, и запомнить, записать. Этот пин-код нам нужен будет при выводе средств, так, чтобы потом такого не было, что вот я забыл пин-код, мало ли что. Вот у меня на данный момент 16 партнеров. Рекламка работает везде, где только возможно. И завтра будет, как я сказала, открыто 18 число пополнение. Мы можем пополнять баланс. И 18 числа уже позицион, вот Пуршаз позицион, мы можем покупать позицию. Это все будет, как бы кнопочка будет. Здесь пока ничего нет, и мы можем, как бы, сколько позиций мы будем покупать. Это все тоже, как бы, появится кнопочка, и, как бы, покупаем позиции. Кто сколько будет покупать. Вот, хотите, растяните каждую позицию по одной позиции на 2 доллара, или же 5 позиций, до 5 позиций в день. Вот здесь тоже все расписано. Как бы, тоже можно это все перевести и почитать. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам сказать. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!